Добрейшее время суток, любители футбола. Сегодня мы будем смотреть футбол в рамках Кубка АФЛ, основной немецкой футбольной лиги, группа F. Игра между командами Намос и Мирей. Цвет команды Намос черно-белая. Это у нас на данный момент в правой стороне поля. И команда Мирей синяя в левой стороне поля. Сегодня будет обслуживать нас Каирбеков Арсен и Жарасов Ахжол. Уже первый штрафной матч. Хороший был удар. И быстренько хочу вас составом ознакомить. У команды Намос Каримов Дидар, 7 номер. 17 номер Жумагали Еркебулан. 5 номер Сандыкбай Вернар. 20 номер Шумабай Хуаныш. 15 Искаков Алдиар. 18 Умарханов Мухтар. 10 Халышбек Аскар. 4 Галмула Мади. 1 Абишев Аскар. И 12 Тохтагуль Дошан. И на данный момент у воротах Намос стоит Абишев Аскар на воротах, первый номер. И хочу познакомить далее с командой Мирей. 11 номер Аринов Адильхан, 17 номер Шабанбаев Алтынбек, 4 Махмед Молдабек, 12 Хайрулла Бахтияр, 9 Хабдрахман Адирхан, 22 Жакенов Нургельдо, 7 Бахтабек Медет и 8 Салимов Айдос. Таким образом, с составами обеих команд я вас познакомил. Начинаем игру. Мяч у команды Мирей. Начало более-менее равное, но мы видели уже первый штрафной в ворота Намос. Ой, опасный момент. И хорошо прочитал пас. 14 номер. 11 номер Аринов Адильхан. Пока мячом владеют игроки Намос. Ой, хорошо обходит, хороший пас. И неточная передача на дальнюю штангу никого не оказалось. Только что был это Жумабай Куаныш в связке с 7 номером. Это Каримов Айдар. А пока мяч у игроков Мирей. Молдабек, к сожалению, уходит в аут. Линию фиксирует судья, и, соответственно, мяч уходит игрокам Мирей. С мячом Адильхан. Видим, какой цепкий игрок. Здесь хороший момент. Упускает возможность Алтынбек. Но мяч уходит от ворот. Если взглянуть на турнирную таблицу, на данный момент команда Намос находится на 5-й строчке, а команда Мирей на 6-й. У Намоса 3 очка и у Мирей по 3 очка. Кстати, у них по играм 4 игры, по одной победе и по 3 проигрыша. Просто у Намос разница мячей меньше, точнее пропущенных мячей. У Намос пропущенных мячей меньше, поэтому они находятся на 5-й строчке. Ой-ой-ой.
мы можем увидеть, что у команды Мерей нету скамейки запасных, значит, им придется играть в пятером и как-то экономить силы. А у команды Намас, соответственно, видим, как минимум 5 игроков. Да, 5 игроков у них на скамейке запасных. Мячом Бахтияр, хорошая передача. Дальний вперед! Ой-ой-ой-ой-ой, опасно играет шестой номер игрок Намаса. Да, мы уже позади, у нас остается чуть больше 6 минут. Ну, игра пока спокойная, без всяких происшествий, а именно опасных атак и опасных моментов, которые приведут к голу. И здесь не дополнили игроки и уходят в аут мяч. Мяч у Намаса. Мяч у Мерей. Точнее, у команды Мерей. Удар. Хороший левый. Ногой ударил Адильхан. С левого фланга. Еще один удар. Ой-ой-ой. Возле ворот промелькает мяч. Алтынбек. Ой, толчок в спину, фиксирует нарушение. Ирнар. Удар. Не пропускает момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возле левого угла прям мелькает мяч. Хороший удар совершил Молдабек. Мухтар, цепкий игрок, но, к сожалению, потерял мяч. Хорошо, удар! Ой-ой-ой-ой-ой. Пять метров просят игроки. Мерей. Давай через вратаря, удар! Хороший был удар в исполнении 20... Второго номера Жакенов Нургильде. Кстати, на сегодня Нургильде стоит на воротах. Мы уже подходим, конечно, к середине первого тайма и можем увидеть, что игроки Мерей более слаженно и более лучше сегодня атакуют. Не проходит передача. Адильхан. Ой-ой-ой-ой, опасный момент был в исполнении Еркеблана. Чуть мяч не залетел прямо в ворота с мячом. Аскар. И мяч остается у белых.
очки в лан. Мухтар у мяча. Хорошая передача в центр. Не понял друг друга Асхар и Эркеблан. Ну, а пока игра идет стабильно. Эркеблан с мячом. Хорошо перевел. Оставляет. Эркеблан удар. В одно касание нужно было бить. Еще один удар и пропускает. Игроки Мирей, а именно Жакенов Нургельда на воротах стоял и забил ему пятый номер Жумагали Эркеблан. Счет 1-0 в пользу команды Намаз. Да? Решил сам пробить. Так вот, прошедшие игры команды Намаз. До этого 26 ноября они играли против Озункуль. Тогда они проиграли со счетом 3-7. Далее, 20 ноября играли против Infinity, проиграли со счетом 0-4. И 19 ноября против Асхар Тау ХК НС, проиграли со счетом 9-1. И 12 ноября против QCS, проиграли со счетом, выиграли со счетом 2-1. Хорошая дальняя передача в исполнении Ирнара. Нургельде. Ищет товарищей. Молдабек. Он слишком долго начал искать и, соответственно, потерял мяч. Ой-ой, хорошо обвел. Пас, Алдиар. Нужно было бить, не дотягивается до мяча. Хорошо показал Хуанаш дриблинг свой. Ой-ой-ой-ой, в одно касание решил пробить Молдабек. И уже, соответственно, будет атака игроков Намаз. Тайм-аут берут команда Мирей. После тайм-аута возвращаемся в игру и посмотрим, смогут ли, будут ли какие-нибудь изменения у команды Мирей. Тактические, либо атакующие, либо обороняющиеся моменты. Ну, посмотрим на турнирную таблицу. Если все-таки Намаз сегодня выиграет... Нет. Если Намаз сегодня выиграет, то они уже перемещаются на пятую строчку турнирной таблицы с 6 очками. Если, конечно, они выиграют. Мяч у игроков Мирей. Кажется, тайм-аут им пошел на пользу. Цепкий Алтынбек. Зарабатывает аут для своей команды. Напомним, да, что игроки Мирей играют без замен. Соответственно, им нужно экономить энергию, чтобы не устать. Ведь их впереди еще ждет и второй тайм.
Хорошо увидел своего напарника. Удар. Пыром. Еще один удар. Два удара совершил 22 номер Сандыкбаев Ернар. Ну и стоит отметить Жакена Нургельда, который стоял на воротах и отбил сразу два удара подряд. При том, что это полевой игрок. У мяча у нас Айдар. Недолго, конечно, продержали мяч игроки Намос. Интересный момент в том, что владение мячами, на первый взгляд, как будто у игроков Мирей, но при этом гол забили игроки Намос. Такое часто происходит в футболе. Здесь еще один будет момент, еще один удар. И выбивает мяч Нургель, да? Алдиар сегодня максимально хочет забить. Не первый раз видим его возле ворот. Куанаш. Ой-ой-ой, момент. И это гол! Айдар, Каримов Айдар отдает результативную передачу. Ажимабай Куанаш просто в пустые ворота бьет. И таким образом счет 2-0 в пользу команды Намос. Что ж, игрокам Мирей нужно сравнивать. Чем быстрее, тем лучше. Хороший пас. В исполнении. Да, это гол. Я не успел. Это был гол. Отлично. 17 номер оформляет на себя этот гол. Алтынбек Шамамбаев. Значит, таким образом счет у нас 2-1 в пользу команды Намос. Ранее говорил, что тайм-аут все-таки пошел на пользу игрока Мирей. Видно, что они были воодушевлены, есть какая-то мотивация и смогли забить гол. Шабамбаев, Алтынбек, 17 номер. У мяча 11 игрок Айдерхан. Снова Жакенов Нургельда. Видим, как Нургельда вышел на поле, заменился вместо вратаря. Алтынбек. Не дошел пас до Айдерхана. И аутпут разыгрывает игроки Мирей. Сам решил ударить. Было касание, фиксирует арбитр и будет угловой. И хочу отметить у бомбардиров команды Намос. На данный момент это Жумагали Иркеблан, который на счету имеет 2 забитых гола. И Сандыкбаев Ернар также имеет 2 забитых гола у себя на счету. Давайте взглянем на прошедшие матчи команды Мирей до этого. 20 ноября они играли против команды QCS, выиграли со счетом 5-3. Ранее играли 19 ноября против команды Имран, проиграли со счетом 8-2. И 13 ноября против Асхартау НС, проиграли со счетом 10-2. И 12 ноября играли против команды Озынколь, проиграли со счетом 10-1. А бомбардиры команды Мирей Хайрулла Бахтияр. Сегодня, кстати, мы его на поле не видим. На своем счету имеет 4 забитых гола.
И на втором месте у них Махмед Молдабек, который имеет 3 забитых мяча на своем счету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грубая игра. Таким образом, бомбардиры команды Мирей. И это уже 4-й фол у команды Мирей. Бьет сильным ударом 6-й номер Намаз Галамуламади. Угловой разыгрывают игроки Намаз. Мирей, хорошая передача. Это Жакенов Нургюльде, который стоял половину матча на воротах. А до конца первого тайма остается меньше 1 минуты. Сможем ли мы увидеть сравнение счета или наоборот увеличение счета? Хороший показывает дриблинг. 12 номер. Бахтияр. На воротах, кстати, у нас стал вместо Нургильде Махмед Молдабек. Кстати, Хайрулла Бахтияр, его не было в начале матча, и сейчас он появился уже. Удар! Хорошо ударил Нургильде, будет еще один удар. Абишев Аскар показал, что он все-таки на месте. Это вратарь команды Намаз. Таким образом, первый тайм заканчивается со счетом 2-1 в пользу команды Намаз. Уходим на небольшой перерыв. Увидимся на втором тайме. Вновь возвращаемся после перерыва. Второй тайм между командами Намаз и Мирей в рамках Кубка АФЛ, группа F. В первом тайме счет счет завершился со счетом 2-1. И отличились у нас у команды Намаз Жумагали Еркебулан и Шумабай Куаныш. А у Мирей это Шабанбаев Алтынбек. И это возможность, да. Упускает. Пропускает гол и забивает его снова Шмабай Куаныш. Оформляет дубль на себя. Смог воспользоваться ошибкой команды Мирей и просто в пустые ворота отправляет этот мяч. И таким образом на себя оформляет дубль. Видно, что сложно играть без замен. Игроки играют без замен. И удар в исполнении Махмеда Молдабека. Можем видеть, что
ранее Молдабек стоял на воротах, а вместо него теперь стоит Нургильде, который в первом тайме стоял где-то минуты 10-15. Алтынбек. В защите, точнее. Вот Алтынбек с мячом. Ой-ой-ой, был бы... смог бы дать хорошую передачу, был бы... была бы контратака и, возможно, там гол. Адирхан. Бахтияр хорошо играет. Молдабек. И Нургильде. Удар. Хорошо, ударил. Здесь от рикошета и пошел на угловой. Разыгрывает игрок. Молдабек. Адирхан пропускает. Нургильде. Еще один удар. Как же хорош сегодня Абиш Васхар на воротах. Читает почти каждый удар. Несмотря на то, что он пропустил всего один гол. Хорошо. Да, фол фиксирует арбитр. И будет его разыгрывать 20 номер Искаков Алдияр. Ернар. Хуанаш. Алдияр. Хорошая передача на левый фланг. Сам решил ударить. Попадает по руке вратаря. Седьмой номер. Каримов Айдар. И будет разыгрывать сам же угловой. Алдияр. Не дошла передача. Алдияр бьет. Ой-ой-ой. Никого не оказалось на дальней штанге. Надо было Хуанашу туда переместиться. И таким образом сделать себе хитрик за один матч. Синие с мячом. Причем Хуаныш. Хорошая передача. Алдияр. И... да. И это гол. Наконец-то Алдияр забивает. Мы видели, как он в первом тайме стоял возле ворот. Максимально хотел. И вот его звездный час. Таким образом, Искаков Алдияр записывает на себя этот гол. Счет 4-1 в пользу команды «Намос». Ну и стоит... нужно отметить то, красивый пас Хуаныша, который увидел открывающего Алдияра. И просто одним касанием дал ему пас. Алтынбек. Молдабек. Бей. Молдабек. Ну. Нургильде. Нужно было раньше бить, чтобы не успел защитник ногу подставить. А мы видим, что Нургильде снова вышел на, как полевой игрок. Вместо него на воротах стал Хайрулла Бахтияр, 12 номер. Который является на данный момент бомбардиром своей команды. И у него на счету 4 забитых мяча. Аутпут разыгрывать игроки. Мирей. А именно Молдабеку мяча. Не было нарушений, говорит арбитр. И снова Хуанаш. Будет и красивый пас. И здесь нужно завершать. Снова завершает атаку. Благодаря пасу Хуанаша. И Каримов Айдар. Седьмой номер игрок «Намоса». И таким образом счет у нас 5-1. В пользу команды белых «Намос». Все из-за того, что нет у них основного вратаря и приходится ставить полевых игроков. Молдабек. Нургильде. А на воротах у нас Бахтияр у команды Мирей. Снова Бахтияр. Нургильде. По краям стоят игроки. В центр зашел Алтынбек. Молдабек. Снова Бахтияру пас обратно.
ищет товарищей. Молдабек смотрит. И выбивает мяч вверх. Правильное решение. Там уже его накрывал 18 номер Омарханов Мухтар. Не дотягивается, не успевает до мяча. Мади. И сегодня Намаз все-таки, наверное, победит. Ой-ой-ой, хороший удар в исполнении Молдабека. Левой ногой. Таким образом, если взглянуть на турнирную таблицу, Намаз выигрывает сегодня. У них будет 6 очков. И у них на четвертом месте стоит Infinity, у которого тоже 6 очков, но меньше пропущенных мячей. Но у Infinity еще есть одна игра, поэтому если они ее выиграют, то уже выйдут вперед. А так Намаз дышат в спину Infinity. А у Мирей 3 очка также останутся на шестой строчке. Ой, мощный был удар от исполнения Бахтияра. Но попал своего же игрока и будет отворот. Алтынбек. Ну, мы можем увидеть, как игроки Мирея все-таки устали. Сложно играть без замен. И этим, конечно же, будут пользоваться белые. Команда Намаз. Мади. Адирхан. Снова Адирхан с мячом. Качает игрока. Вроде бы хорошо убрал, но не добежал. Нургюль, да? Не прошла передача Молдабеку. Не будет разыгрывать аут. Пас назад. Алтынбек. Молдабек. Снова Алтынбек. Будет переводить Бахтияру. Бахтияр будет лепить с центра. Удар. Попадает защитника. Нургюль, да, первый на мяче. Удары! Хороший был удар в исполнении Молдабека. Видим смену. Пятерки у команды Намаз. Молдабек. Нужно отдать пас. Нужно отдавать пас. Слишком долго держит себя. Конечно же. Игроки Намаз. Ой-ой-ой-ой-ой. Почти в пустые ворота закинул Куаныш. Вместе в комбинации со своим партнером Еркебулан. Куаныш сегодня, кстати, отдал 2 результативных передач. Второй номер игрок Намаза. И здесь... Отличный был бы момент в исполнении Жумагали Еркебулана, чтобы оформить так же дубль, как его сокомандник Жумабай Куаныш. Куаныш сегодня не только отдает красивые передачи, но и сегодня забивной игрок. Нургель, да? Адирхан? Что ж такое? Почему-то они атакуют, да, количество ударов есть, но, как обычно, не хватает результативности. Проблема многих команд. Куаныш. Оставляет мяч Алдияру. Снова Куаныш.
И здесь головой не дотягивается Айдар. Каримов Айдар. Все, устали, устали игроки. Хуанеш в центр решил зайти. Тайм-аут берут команда Мири. Вновь возвращаемся после тайм-аута. Тайм-аут брал Посмотрим, будут ли какие-нибудь изменения в составе, именно в игре команды Мирей. Здесь прямой удар, да, здесь стенка была неправильно вставлена. Прямой удар нельзя, поэтому и гол не засчитывается. Нарушение было. Второй раз нельзя касаться вратарю в своей же зоне. Хорошо обходит игрока Хуанеш. Теряет мяч. А был бы хорошая атака. Каримов Айдар был. Только что сделал дриблинг и удар левой ногой фиксирует. Аринов Адильхан. Но выше ворот улетает мяч. Был бы створ ворот, а там рикошет. А там, возможно, и второй гол в исполнении Адильхана. Алдиар с мячом. Хуанеш. Хорошая передача в центр, и просто нужно было ударить нижний, либо в правый угол, тогда, возможно, 100% был бы гол. Молодбек с мячом. Ну же, хороший был. Нужно отдать просто хороший пас, и Нургельде. Нарушений не было, игра мяч. Нургельде. Нургельде. Пас. Молодбек. И здесь Адильхан. Адильхан, ну же! Нургельде. Небольшая суматоха была возле ворот. И возможность. Молдобек бьет выше ворот. Ну как так? Как так? 100% моменты, нужно ими пользоваться. Такие моменты и... Хуанеш. Сам. Прямо вратаря пнул Хуанеш. Здесь Адильхан с мячом. Качает, качает игрока, но не получается раскачать.
Молдабек. Бахтияр. Ой, Мади, нужно было чуть сильнее вверхнуть мяч, чтобы пустые ворота залететь и записать. Точно удар, не точно удар исполнения Тохтагула Дуршана, но стоит отметить, что его прессинговал Алтынбек, 17 номер. А до конца второго тайма остается 4 минуты. Будет ли такой же счет, или он увеличится? Бахтияр. Удар пыром. Сильный был удар, но не точный. Молдабек. Ну а пока давайте взглянем на тех, кто сегодня забил у нас гол. У игроков, у команды Намаз был это Жмагали Еркебулан. Тайм-аут берет у нас команда Намаз. Отличная возможность для игроков в мире отдохнуть. Все-таки они играют сегодня без замен. Тайм-аут завершился. Посмотрим, будут ли какие-нибудь изменения в игре у игроков Намаз. В целом, вроде есть изменения какие-то, но не точный удар. В исполнении Дуршана. Давайте взглянем на тех, кто сегодня забил у нас гол у команды Намаз. Это отличился Жмагали Еркебулан. Здесь возможность была для Адильхана. У Намаз Жмагали Еркебулан, далее Шумабай Тхуаныш, который не только забил сегодня два гола, оформил дубль, но и при этом хорошо отдал из очины две хорошие передачи. Далее это Искак Валдяр и Каримов Айдар забил сегодня пятый гол. А у команды Мирей это Шабанбаев Алтынбек. Да, и это гол, счет 5-2. Еще не вечер, возможно, можно и сравнять. Конечно, 2,5 минуты это очень мало, но 3 гола можно, 3 мяча можно забить. Мяча у нас Бахтияр. Алтынбек. Нургильде. Бахтияр. На воротах у нас он поменялся. Молдабек. И в раннем эпизоде у нас отличился Аринов Адильхан, 11 номер, игрок Мирей. Понимают друг друга игроки Мирей. Дуршан. Хорошо прошел игрока. А здесь у нас Мухтар борется за мяч. Ну и до конца матча остается меньше 1 минуты.
принципе, игроки устали. Мади. Дальняя передача вперед. Бахтияр. Ну, ну же, давайте, забивайте гол команда Мелей. Хотя бы третий гол забить. Чтоб не так обидно было. Нуржигельде бьет. Снова подает своего игрока. Хорошо, прошел одного, второго. И в пустые ворота нужно просто. Да, 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 да. Омарханов. Мухтар. Отдает резативную передачу на 21 номера Калышбек Аскар. Таким образом, счет 6-2. Матч заканчивается. Поздравляем команду Намос. Это у нас была группа F. Кубок АФЛ. И таким образом Намос поднимается на одну строчку выше с 6 очками. Поздравляем.